Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Poco X4 Pro. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить или выключить Т9. Для этого мы переходим в настройки, далее переходим в расширенные настройки. Выбираем язык и ввод, выбираем управление клавиатурами, выбираем нашу клавиатуру Gboard. Здесь мы выбираем исправление текста и далее здесь мы видим автоисправление. Это и есть наш Т9, мы можем его как выключить, так и включить. И на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.